Привет! Всех приветствую на своем канале, на своем марафоне. Сегодня 68-й день моего марафона. Марафон здоровья. Я уже находилась. И вот, как всегда, видеоотчет. Ой, марафон, да, марафон с жизни, марафон здоровья. И это не шутки. Смотрите, я это время хожу. Часа два хожу. Часа два занимает это у меня. Вот. Это время бы я спала. А так нет, так живу. Марафон жизни 100%. Так что, как всегда, присоединяйтесь. Всем советую. Значит, сходить, это здорово. Вот. Сегодня в разговорном марафоне я хочу чуть-чуть поговорить, но все-таки поговорить. Вот, про что? Про друзей. Как я использую друзей. Представляете? Вот такая. Использовать друзей? Ну разве это красиво? Ай-яй-яй. Это вообще нужно. Я сама себе смеюсь. Ну слушайте. Вообще нужно дружить, да. Дружить, общаться. И не только в Фейсбуке. Вот эти фейсбучные соцсети я как-то вообще уменьшила на нет. Совсем. Изредка захожу. Нужно общаться по-настоящему. И использовать своих друзей и знакомых. Ну вот смотрите, я люблю всякие травы запасать и тому подобное. Вот. Но живу в большом городе. Огород в Белоруссии. Сейчас не поездишь, карантин. Ну, все равно я использую своих друзей. Я прошу. Кто-то знает, едет на отдых. Там, я знаю, там какие-то определенные травы растут. Я прошу. Так, подружечка моя, нарви мне того-того. Вот. Ну, естественно, взамен я ей тоже, вот, например, моей подруге, она мне хвоща нарвала, я ей насушила, я ей рябины нарвала, насушила. Вот мы встретились. Я знаю, что мы все равно как-то иногда встречаемся, очень редко, но встречаемся. Вот обменялись такими полезными для друг для друга вещами. Вот. И так совсем. Вот я знаю, что листочки, молодые листочки деревьев, вишни, яблони, груши. Ну, груши это там типа лечебная, а так вот вишни, яблони и смородина тоже лечебная, ну и просто в чай бросать. Абрикосы, листочки. Вот эти вот малины, листочки. Я знаю, у кого что на даче есть. И я пристаю к своим друзьям. Нарви мне того, нарви мне этого. Мало того, что они же и себе нарвут этого, насушат. И потом рассказывают, как это было вкусно пить. В чай, вот обычный чай, зеленый, ой, черный или зеленый, и несколько листочков яблони добавить. Во-первых, это полезно, во-вторых, это вкусно. А абрикосок, листочков добавить. А смородины. Вау. Мало того, что это полезно, потому что это разнообразие, но это еще просто полезно. Так что используйте своих друзей.
по назначению. Ну, естественно. Естественно. Им что-то готовьте. Презенты всякие. Я всегда заказываю, когда специи, я никогда не заказываю. Во-первых, если много заказываешь, это очень большая скидка, это гораздо дешевле. И потом с легкостью можно угостить своих друзей, которые тебе тоже что-то по твоей просьбе сделали. Если рвете какую-то, как говорится, травку, нарвите для себя и для того парня. Пусть оно вам лучше никогда не понадобится. Вот. Никогда не заболеете. Но пусть оно будет. Такое вот, как всегда, у меня все в шутках. Всего хорошего. Пока-пока.